Дороги к садовым обществам выполняются по одной технологии. Сначала укладывается песчаное основание толщиной 10 сантиметров, затем верхний слой щебеночное основание толщиной 15 сантиметров. В этом году произвелось восстановление щебеночного основания по двум дорогам, ведущим к садовым обществам. Это вот объединенный, на котором мы находимся, и Химаш-1. Это находится он на ипподроме. Дорога к садовому обществу «Объединенный» уже сделана и принята. Дачники уже успели оценить старания дорожников и сравнить, как говорится, с тем, что было. У меня лет 10 уже дача здесь. Дорога была противная, а сейчас более-менее нормально. Сейчас добираться уже удобно? Удобно. Грязь была, там вот, типа болота застревали даже. Сейчас более-менее нормально. Чаще стали на дачу приезжать? Конечно. Объем работ по данной дороге 9400 квадратных метров. Стоимость 820 тысяч рублей. По второй дороге, значит, к садовому обществу Химаш-1 работы ведутся. Есть некие замечания. Сейчас вот подрядчик их устраняет. И, соответственно, также будем принимать данную дорогу. На дороге, ведущей на садовое общество Химаш-1, объем работ составляет 3500 квадратных метров. Ориентировочный срок завершения работ – середина августа. Работы выполняет Димитровградская подрядная организация «Дорстрой-плюс». Как нам пояснили в муниципальном предприятии «Городские дороги», выбор садовых обществ, которым необходим ремонт дорог, определяется инициативой самих дачников и, собственно, состоянием самого дорожного полотна. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.